Как сделать так, чтобы ваша картина попала в музей? Нарисуйте какую-то фигню. Готов. Отойдите куда-нибудь. Вообще лучше уйдите просто. Подождите, пока придут критики. Критики. О, это шедевр! Это шедевр! Сдадим его в Лувр! Будем продавать за несколько миллиардов! Это шедевр! Это шедевр! Я отвечаю вам! Эти обои нужно повесить в какую-нибудь галерею! Это шедевр! Вы видите, как тут все красиво прорисовано! Как четко сделаны тени! Это шедевр! Это шедевр! Быстрее несем это в Лувр! Продавать за несколько миллиардов! Всем привет, дорогие друзья, с вами Виконя. И не спрашивайте, что это было за упоротость. Да, это было смешное видео. Я решила сделать такую рубрику. Вы поняли, о чем я. Сделать такую штуку, что я буду делать смешные видосики. По-моему, это круто, наверное. Вот, и если вы хотите еще таких видосиков, то, напишите мне в комментариях то, что вы хотите. Я буду делать видосики. Мне не сложно. Мне даже очень легко. Да? Вот. И это, конечно, не конец. С вами я, Мишутка. И что ты тут делаешь? Я снимаю видос. А что, нельзя, что ли? Ладно. Вот, так продолжим тему. Я хочу вам порекомендовать... Эй, Мишутка, так ты чай будешь? Да не мешай видео уже снимать. Я хочу вам порекомендовать интересные каналы. Например, канал моей подруги Алены. Хотя это не моя подруга. Ну, подруги Вики, Алена, и у нее канал Алена Нян. Подпишитесь на ее канал, очень классный. Также советую подписаться на канал... Коп игры, все-таки он сказал Вике то, что это на английском, и теперь ей понятно. Спасибо тебе огромное. Вот, и на этом все. Так, с чем там чай? С конфетками, а шо? Я уже иду. Так, всем пока-пока-пока, и т.д., 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 пока.